Представьте, что в юном возрасте вы посетили мастер-класс какого-либо известного спортсмена. Здорово! Согласен и очень рад, что нашим детям подобное вполне доступно. В минувший уикенд такой урок преподнесла первая ракетка Казахстана Галина Воскобоева. Я Галина Воскобоева, и вы смотрите «Физкульт-ревю». Мастер-класс дает возможность ребенку прикоснуться к тому уровню, куда он стремится. То есть поиграть с профессиональным игроком, потому что, конечно, не секрет, что очень мало детей из тех массы, в принципе, выбиваются на какой-то высокий уровень. Но в юном возрасте все очень хотят туда. Алматы, суббота, теннисный корт «Да стык». Для тех, кто здесь собрался в этот день, он запомнится надолго. Начинающим мастерам большой ракетки мастер-класс дает неоднократная чемпионка Казахстана Галина Воскобоева. Каждый из участвующих в нем мечтает обыграть мировую знаменитость. Я хочу, чтобы меня научили играть, как вот Воскобоева, я не знаю, Федерер, Кукушкин. Я хочу обыграть. Ну вот здесь вот сейчас многие просто держат мяч, а я с первого мяча сразу. Ну, просто хочу обыграть Воскобоеву. Смотрю за техникой игроков, что ожидает меня в будущем, какие у нас теннисисты вообще. Я хочу получить поить и хотел, чтобы мною водить мама и папа. Подача – отбой. Подача – аут. Розыгрыш мяча идет по-взрослому. Детвора не хочет уступать. Каждый из ребят выкладывается на корте изо всех сил. Родители с увлечением наблюдают за своими потомками, а переживают больше их самих. Чтобы у ребенка был стимул, как бы продолжать учиться, играть в теннис. Может быть, тоже когда-нибудь станет звездой Казахстана. Так что, вот. Хочется, чтобы она продолжала играть, учиться. Алматы – крупнейший мегаполис Казахстана, однако большинство теннисных событий в республике происходит в Астане. Оно и понятно – столица, но иногда звезды тенниса балуют и наш город. Хотя для того, чтобы заполучить в родные пенаты метров большой ракетки, организаторам приходится прилагать очень много усилий. Сложно найти время в их плотном графике тренировок, поездок, турнирных соревнованиях, конечно, найти, чтобы вытащить наших участников. Звезд первых величины для Казахстана сюда, именно в Алмату. Тем более, что база является, ну, скажем, не основной, а тренировочной, спортивной. Плюс собрать детей. Для самой виновницы теннисного праздника в Южной столице подобные мероприятия не впервой. Однако в большинстве своем мастер-классы Галина проводит за рубежом, в рамках крупных международных турниров, в которых она постоянно принимает участие. Больше всего нравятся дети сами, потому что действительно эмоции, конечно, у них у всех разные. Их очень сложно предугадать, потому что иногда дети могут сказать что-нибудь очень так открыто и достаточно прямо. И, в общем-то, это всегда очень интересно послушать мнение вот именно маленьких еще таких людей. Мастер-класс в Алматы завершен. Все остались довольны. Конечно, научить за короткий промежуток времени чему-то нельзя, но поднять дух юному дарованию, а также дать мощный заряд его эмоциям профессионалам вполне по силам. Почаще бы таких спортивных праздников. Безусловно, это не все, чем запомнилась минувшая спортивная неделя. Ну а в нашей программе мы рассказали только о наиболее значимых и интересных событиях. Не забывайте нас смотреть на сайте телеканала «Алматы» и на страничке «Физкульт-ревю» видеопортала youtube.com. До встречи на спортивных площадках!